Разговор об экономике алкоголя и табака часто переводят в цифры, в расчеты. На мой взгляд, это не совсем верно. Я, конечно, мог бы привести цифры, но цифры такие известны на период до 90-го года. После 90-го года такая цифровая статистика тоже не приводится. Если говорить о расчетах, ну, к примеру, 86-й год, может быть, я так примерно вспомню эти цифры, если доход от алкоголя составлял 50 миллиардов рублей, то убытки прямые за счет снижения производительности труда оценивались в 100 миллиардов рублей, а убытки, связанные с отсутствием работоспособности, с больничными, с болезнями, они оценивались в 3-4 раза больше, чем прибыль. Поэтому вот цифровая статистика, она где-то так 1 к 5. На 1 рубль дохода 5 рублей убытков. Недавно приводили цифры наша общественная палата уже, может быть, это пару лет назад, точно так же, в разы, по крайней мере, ну там по некоторым оценкам даже до 10 раз, расходы, связанные с употреблением алкоголя, превосходят доходы, которые от алкоголя получаются. Но еще раз говорю, что, на мой взгляд, нужно смотреть не с позиции цифр, а посмотреть на саму природу этого явления. О каких прибылях мы говорим, если речь идет о социальном государстве, как записано у нас в Конституции. Прибыль, она откуда появляется при этом? Падает с неба? Да нет, это прибыль, которая считается в цифрах. Это то, что извлекается из бюджета семьи. То есть это те деньги, которые уходят из питания детей, те деньги, которые уходят из организации культурных программ детей, бюджета семьи в целом. Поэтому эти деньги никак нельзя отнести на счет дохода. Действительно, в бухгалтерском доходе государства появляются какие-то цифры, но ведь конечная цель деятельности государства – это как раз обеспечение доходов семьи. Поэтому здесь получается явное мировоззренческое противоречие, когда мы доходами называем те деньги, которые изъяты из бюджета семьи. Идет подавление именно генетического потенциала народа. Это не ущерб для отдельного человека. Подрывается генетический потенциал народа. И если посмотреть сегодня, допустим, на ту же мою родину, Псковскую область, то она фактически истреблена по преимуществу генным оружием. И это достигнуто, ну, я думаю, процентов на 70 благодаря алкоголю. Взгляд на табак и алкоголь вообще с позиции какого бы то ни было дохода, он абсолютно несостоятелен. И не нужно здесь увлекаться цифрами, расчетами. Нужно на уровне мировоззрения понять, что это в любом случае прямой ущерб здоровью, ущерб нашему государству.